Мы идем на Затон, а здесь жуткий. Жуткий лес, в котором даже карты нет. Нам нужно выйти к Затону. Тут надо быть осторожным. Пиздец, очень осторожным. Это была не электро. Странно, клянусь, оно само включается. Оно само включалось, клянусь. Атмосферненькое место. Парк ужасов. Иманский заповедник. Какие тут только чудовища не бегают. Крайне атмосферное место, я вам скажу. Так и думаю, что сейчас на тебя какие-нибудь энты нападут или что похуже. Без детектора, без болта здесь делать нечего. Аномалии так ширкают. Нет, а пойти не получится. Придется в обход. Как-нибудь. Артефакт. О! О! Что же это, блин, такое было? Аномалия? Химический урон. Пси-урон, хрен его знает. А вот и артефакт. Батарейка. Где же так моя окна? Опять. Оно само включается. Оно само, реально само включается.
Ну, пока мы устанавливаем ХП, можно 2 КП, есть. Есть у меня что-нибудь, это все урон интересно. Им защита. Что-нибудь от все урона. Мы более-менее готовы идти в ад. Вроде дошли. Ищем выход. Пиздец, какое жуткое место. Может быть, я реально стальные яйца разжигаю. Здорово, живая душа. Забывай, старика. Не забуду. Что, молодо зелено? Чего ты тут ищешь? Богатство славы. Как и каждый сталкер. Интересно, а здесь вообще ночь? Что, молодо зелено? Чего ты тут ищешь? Ну, раз пока на мне действуют таблетки, может пока побежать? Случайным гостем забрел ко мне, или как? Случайным, случайным, дедок. Жуткое место, но раз уж мы знаем, где мы... Что, молодо зелено, чего ты тут ищешь? Да не... Знаешь, я передумал, пойду... Ой, черт, как ХП-то понижается.
Это не радиация, это что-то другое. Уходите отсюда надо по-хорошему. Уходить отсюда надо, это нехорошее место, плохое. Что, молодо зелено? Чего ты тут ищешь? Бежать надо очень быстро, там кровососы. Я передумал. Лесник, я у тебя переночую. Я боюсь туда идти. Слишком темно и слишком опасно.